40 лучших цитат Конфуция, поражающие своей мудростью. Друзья, какое высказывание вам понравилось больше всего? Жду ваш ответ в комментариях. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – это путь самый благородный. Путь подражания – это путь самый легкий. И путь опыта – это путь самый горький. Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Неважно, оправдываешь ты их ожидания или нет. Умирать ты будешь без них. И свои победы одержишь сам. Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь? Порой мы видим многое, но не замечаем главного. Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Если тебе плюют в спину, значит, ты идешь впереди. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. Настоящее счастье – это когда любишь ты. Советы мы принимаем каплями, зато раздаем ведрами. Если ты ненавидишь, значит, тебя победили. Несдержанность в мелочах – погубит великое дело. Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра. Благородный человек предъявляет требования к себе. Низкий человек предъявляет требования к другим. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность. Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если я не понимаю людей. Попытайтесь быть хотя бы немного добрее. И вы увидите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок. В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку. Пришло несчастье. Человек породил его. Пришло счастье. Человек его вырастил. Красота есть во всем. Но не всем дано это видеть. Благородный в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, изменяйте свой план действий. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Неважно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное, не останавливайся. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Когда тебе плохо, прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов. Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела. Забывайте обиды, никогда не забывайте доброту. Я слышу и забываю,
Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю. Человек, который совершил ошибку и не исправил ее, совершил еще одну ошибку. Нервно думая о будущем, люди забывают о настоящем. Так, что не живут ни в настоящем, ни ради будущего. Они живут так, будто никогда не умрут. А когда умирают, понимают, что никогда и не жили. Некто спросил, правильно ли говорят, что за зло нужно платить добром. Учитель сказал, а чем же тогда платить за добро? За зло надо платить по справедливости, а за добро – добром. Страшно не то, что вас обманули или обокрали. Страшно, что вы постоянно помните об этом. Обдумай, верно ли и возможно ли то, что ты обещаешь. Ибо обещание есть долг. Жаловаться на неприятную вещь – это удваивать зло. Смеяться над ней – это уничтожить его. Только дурак в своей жизни не меняет мнения. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его рыбачить. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы.